Дальневосточники хорошо помнят, как 8 лет назад после проливных дождей переполнилось Зейское водохранилище и начался сброс воды. Переполненная река Зея и Амур тогда вышли из берегов и начали топить города и села. Досталось и городу Зея, и Благовещенску, и Хабаровску, и еще многим и многим населенным пунктам. Мои земляки спрашивают меня, как обстоит дело сейчас, после снежной весны и дождливого лета. Для того, чтобы показать вам это, я выехал на Зейское водохранилище и проехал вдоль реки Зеи, чуть ниже плотины Зейской ГЭС. Водохранилище встретило меня большим количеством палок, бревен и разного таежного мусора, плавающего в воде. Такое бывает, когда сильно поднявшаяся вода смывает этот древесный хлам с берегов и таскает его по воде волей ветров. Обратите внимание, как близко к дороге стоят все эти катера и лодки. Это из-за того, что водохранилище уже заполнено водой. Такой уровень воды бывает осенью, перед самой зимой. А ведь еще не кончился и июль. На этих кадрах вы видите, что до края дороги, до верха причальной стенки, осталось чуть более метра. Во время наводнения 2013 года вода поднялась еще выше, и Зейская ГЭС усиленно сбрасывала воду. На этих кадрах вы сами можете оценить, сколько воды в водохранилище. Светлая полоска у самой воды обозначает уровень максимального подъема водохранилища. Как видите, осталось совсем немного. А это река Зея, примерно в 500 метрах от Зейской ГЭС. Река полноводна. Очевидно, что Зейская ГЭС сбрасывает воду через гидроагрегаты, сдерживая паводок. Thank you.
В этом сюжете я показал вам текущую ситуацию с паводком на Зейском водохранилище и на реке Зея. Да, водохранилище полностью заполнено. Да, река Зея очень полноводна, подтапливает береговую растительность из-за того, что Зейская ГЭС сбрасывает лишнюю воду в Нижний Биев. Так будет ли наводнение на Амуре? Это зависит исключительно от погоды, прогноз на которую, к сожалению, не радует.